Скандинавское боевое искусство кабудо учит виртуозному владению традиционным японским оружием. В Омске этот вид спорта появился всего несколько лет назад. Сегодня областная федерация насчитывает около 300 человек. На базе ДЮСШ номер 28 существует первая омская школа кабудо. На открытой тренировке ее воспитанники продемонстрировали владение одним из основных видов оружия. Мягкие нунчаки – безопасный вариант для начинающих спортсменов. Это спортивное оружие, это спортивный снаряд, на котором дети обучаются, как бы улучшают свои спортивные навыки, учатся посредством овладения им, обучаются сложно-координационным навыкам, готовят себя к поединкам. То есть я думаю, что все равно мы рассматриваем, наверное, работу с оружием как такой, как предварительный этап к подготовке ребят к тяжелым боям, то есть к тяжелым поединкам, которые они уже сражаются именно, как говорится, в кумите. Для раздела «Ниппон Кэмпа» характерна специальная защитная экипировка. В таком виде спортсмен встречается с противником в рукопашном бою. Занятие кабудо развивает координацию и внимательность, тренирует реакцию и выносливость. Здесь также учат правильно падать и самостраховаться. Это очень многогранный такой вид спорта, то есть здесь множество дисциплин, не только бой непосредственно. Здесь есть такие разделы, как ката, ката с оружием, то есть, ну, это формализованный комплекс там, упражнений. Нунчаку раздел, то есть бои на нунчаку. Раздел Ниппон Кэмпа, то есть сам рукопашный бой. То есть множество разделов, где спортсмен может как-то проявить себя. Не смог там, получится здесь, ну и так далее. Для детей это очень важно. Которые боятся драться, допустим, они могут себя проявить в ката. 11-летняя Полина Балова – одна из успешных учениц этой спортивной школы. Секцию выбирала самостоятельно и осознанно. Считает кабудо лучшей самообороной. Сначала меня отдали в танцы, но я поняла, что это не мое, и перешла в карате. С 4 лет я начала заниматься карате, и сейчас добилась коричневого пояса. Кабудо – это, получается, бой спортсменов в экипировке, шлем, нагрудник, и перчатки, и на ноги щитки. Вот. Это совсем отличается от карате. Тут уже реальный бой. Проект «Первая омская школа кабудо» получил поддержку фонда президентских грантов. На эти средства приобрели специальное покрытие и отремонтировали спортивный зал. Вот этот вот зал, в частности, мы своими руками, при помощи гранта, конечно, сделали. И благодаря покрытию занимаются ребята, показывают уже успехи. То есть мы готовимся на этой базе к крупным соревнованиям. Благодаря реализации проекта воспитанники омской школы кабудо смогли качественно подготовиться к выступлению на Кубке России и завоевать 22 медали престижных соревнований.